Правила дорожного движения важно соблюдать как взрослым, так и детям. Чтобы напомнить их водителям и пешеходам, ученики коррекционной школы номер 1 смастерили и раздали цветовозвращающие элементы. Акция состоялась при поддержке ГИБДД. Мурманская область активно входит в полярную ночь, а это значит, что регион на месяц погрузится в темноту. В это время важно всегда быть на виду, переходя дорогу. Чтобы избежать трагедии, проще всего надеть на одежду световозвращающие элементы. Что в темноте было видно, и когда вот там вот на каком-то улице в темно, и там нет таких столбов, что светят, и вот и едет машина, она это не видит вдалеке, кто идет, а вот через светопрожатель она высвечивается, видно, что ребенок идет. Или человек, или взрослый, там, или пожилая. Дети порой относятся к таким мелочам, как светоотражатели на одежде, более ответственно, чем взрослые. Чтобы последние не пренебрегали простыми правилами безопасности, ребята сами сделали наклейки из специального материала, а после вышли на улицу, чтобы раздать полезные аксессуары. Акцию поддержали в региональном ГИБДД. Каждое второе ДТП, которое происходит на территории нашего города, связано с наездом на пешеходов. И чаще всего оно происходит в темное время суток, когда водители в последнюю очередь начинают притормаживать, останавливаться, просто потому что могут не видеть пешеходов. И применение световозвращающих элементов снижает такую обстановку, способствует тому, что водитель замечает гораздо раньше пешехода на пешеходном переходе. Благодаря такой акции ребята напомнили мурманчанам, почему важно иметь на одежде элементы со световозвращающими свойствами и соблюдать правила дорожного движения не только за рулем, но и в качестве пешехода.